А давайте сегодня приготовим холодным способом соленые огурцы для салата оливье под капроновой крышкой за 15 минут. Хотите? Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь, будет интересно. Хранить такие огурчики необходимо в холодном месте, например, в погребе или в холодильнике. При хранении огурцов в погребе они с легкостью выдерживают хранение в 12 месяцев. Итак, начинаем. Для приготовления огурцов холодным способом нам необходимо огурцы свежие, соль поваренная крупная, корень хрена, листья хрена, листья черной смородины, листья вишни, зонтики укропа, чеснок. Огурцы перед засолкой необходимо залить холодной водой на 2-3 часа. После этого огурцы тщательно моем под холодной проточной водой и удаляем остатки цветоносов. Зелень, предназначенную для использования в засолке, перебираем, моем и нарезаем. Банки емкости 3 литра моем с пищевой содой под горячей проточной водой и тщательно ополаскиваем. Укладываем зелень и чеснок на дно банки и засыпаем огурцы. Первый ряд стараемся распределить огурчики стоя. Затем укладываем максимально плотно. Сверху еще добавляем листья хрена, смородины и вишни. Отмеряем 90 грамм соли. Эта мера составляет неполную граненую стопку легко насыпанной соли. То есть соль в рюмку не трамбуем. Соль высыпаем прямо сверху 3-литровой банки с огурцами и заливаем холодной родниковой водой доверху, чтобы даже жидкость немного перелилась. Тугие полиэтиленовые крышки моем пищевой содой и бросаем на 5-10 секунд в кипящую воду. Сразу одеваем на банки. Огурцы сразу опускаем в погреб или ставим в холодильник. Они будут готовы через месяц-полтора. Рецепт этот проверен временем, и огурчики получаются в меру соленые, не пересоленные, с ароматом смородиновых листьев, хрустящие и крепкие. Кто любит, может добавить для остроты 1 сантиметр острого красного перчика. Итак, мои дорогие, открываем зимой баночку огурчиков и делаем салат оливье. Или просто с картошечкой, пюре и котлеткой. Вкусно! Готовьте с удовольствием, мои дорогие, и у вас все получится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока!